Всем здоров, с вами Айсфрог. И угадайте, в какую игру играю? Я играю в Need for Speed Most Wanted. Да, вот так вот. Поздравляю вас всех с Пасхой. Вот. Я тут в том видео у меня как случайным образом выключилась запись. Так что я начал играть погоню. Следующий босс Большой Лу, он 11-й, кажется, в списке. Так что сейчас у меня погоня, так что начинаем. Ну, я уже играю как бы. Уже набил 17 тысяч, второй уровень преследования почти. 10, 23, 30. Вот так вот. Такие вот дела. Скоро должен выйти выпуск Слендера, там проблемы с игрой, короче. Неважно. Вот, второй уровень все есть. Теперь осталось две блокады проехать и все. Меньше 1000. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Такое ощущение, что не он за ноги зарезан. Ну, когда момент такой? Я в шоке. Я в шоке. Просто в шоке. И что за херня? О, пусть я занял. Прошел, осталось две блокады. Так, ну ничего. Это я пробил. Или еще помню, ладно. Так, сойдет. Приз 3000, нормально. Так, следующий. Все понятно. Так, сколько у нас там тысяч? Время 250 дней. Еще 40 тысяч? Да. Ну вот, вот. Как раз вот это браки. И еще одну, как раз, там раз. Нормально. Сразу второй. Уровня. Как долго ждать эти две блокады, будет очень тихо, да? Нужно искать блокаду. Ну, чуть-чуть на скоро будет. Продолжаем погоню. Код 6 пытается уйти.
блокада. Ух, не забыл. Что творит? Надо реально скинуть корочку. Так, парочку скинул точно. Вот он впереди блокада. Так, на, давай. Одна проводим. Так, вот этого я не скинул. Так, прикладываем. Время 20. Ой-ой-ой, тупик. Тих. Ой, вырываемся. Отлично. Все, сейчас вторую блокаду берем, уходим. Второй блокады нет. Где же ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй, где он? Я уходил. О, он нас впереди сидит. Ага, вот он, вот 20 тысяч на 2 уровня. Одна блокада была, 2-2. Скоро 3 уровень преследования. Там будет уже уйти очень сложно. Так, капец, ребята, вы чё? Ну, сортиры где? Да, там впереди. Какие? А, вот он. Ага, вот он. Так, у нас пошел дождь. Вижу объект, это на большой скорости. Блокаду поставьте, ну что, сложно. Сейчас будет 3 уровень.
Вон он. Да, все, теперь лахан. Просто главное убежать. Главное убежать, Макс. Огонь нас ожидал. Мимо колонии. Указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменяется. Так, спокойно. Я понял, это Джаги 3. Со мной четверо. Вот, вот так вот думаю, это ускорит. Фух, да. Премия есть. Ну, 54 тысячи, нормально. Все, доработали. Так, смотрим. Да, все, мили пройдено, осталось побед. Сколько побед? Побед? 3. Осталось 2. Драх, круг и радар. Толбут. Пробовать что ли толбут? Толбот будет не злой, не самый крепкий. Ничего, я успею. Ну, 5 секунд формы, да? Ну, все. Я еще позже, через 20 секунд, через 6 таблицы. Хотя да. Нормально. Спокойно успею. Мы с парсами как раз уже ходим. Секунду ставь, на следующую точку. А вон, все успеваю. Речки так, не больно еще будет. Ой-ой-ой. Мы здесь секунды делаем. Последний пост, ох, не фиг. Только же ехать. Толбут есть, осталась одна гонка.
Понятно. Так. Ну, ты думал показать на радаре все, что ли? Попробуй. Может, они просто разминаются, ну хотя вряд ли. Сто сорок, нормально. Сто тридцать. Каждым разом 10 километров на день. Нормально. Вот, 124 пять. 104 раза пройдено. Трудностей никаких нет. Пока набрать я не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сотку надо выжать. 97. Все, я выжил. Все, выключил. Все, да. Окей, теперь на очереди Биг Лу. Звони ему, назначай время и место. Понятно. Вот полетит сразу такой. Ну вот такой был выпуск, думаю, он вам понравится. В следующем выпуске вы знаете, что будет, да, будет гонка с большим Лу. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, комментируйте. В общем, вы знаете, что делать. Всем пока, с вами был Газпром.